Вперед. Я вас немножко попробую в другую сторону, вы там останетесь. Подкатывает, подкатывает, да, потом бац, стрелять приходится, да? Столкнуть, толкну вас влево, и вы там должны остаться, никуда вперед будете, хорошо? Ну, на самом деле, телохранитель или охранник всегда охраняет его лицо, вот эти деньги. Контакт! Вот и все, девочки, класс. Девочки не против, что ее на землю бросали, да?